Девчонки и мальчишки, а также их родители. Добрый день всем, кто зашел на мой канал. Да. И опять белая орхидейка. Сегодня я купила себе вот такую беленькую орхидейку. Чем же она меня так увлекла? Девчонки, посмотрите, сколько у нее ответвлений. Вот ответвление. Вон там. И сзади. И вот. Но она не очень белая. В смысле, не совсем белая. У нее имеется такой мелкий-мелкий краб. Если видно. Видите? Мне очень нравятся за последнее время вот такие миленькие, некрупные орхидейки. Очень нравится. Ну, что я могу сказать про нее? Листики нормальные, тут вроде тоже ничего, но вот корешки, конечно, их очень мало. Сегодня при пересадке оторвался еще один самый крупный. Ну ладно, я особо так не переживаю, там у нее начинается рост новеньких корешков. Вот. Но я думаю, весна поможет ей справиться с наращиванием корешков. Ну, вот такая вот. Я не знаю, как кому, но белый цвет мне очень нравится. Очень нравится. Почему-то я подустала, что ли, от этих розовых. Вот хочется мне не крупные, белые, в любых проявлениях, в какую-нибудь мелкую точечку, в какую-нибудь маленькую полосочку, но только обязательно белый цвет. Ну вот и все, что я хотела сегодня показать, разделить с вами мою радость. Ну вот и все. До новых встреч. Всем пока-пока.